начнется там такое. Блин, да что ты? Нифига себе. Хорош. Давайте угадайте, у кого скин есть первый. Да хорош. Трейсер. Нет, все тихо. 12 метров осталось до кочки. Скорость падает. 5 килобит. Знаете, как Бравл называется? О, что там? Ну, потасовка. Ладно. Сейчас узнаем через 11 метров. У нас тоже 11.57. Все, есть тебя скачал. О, все, понеслась. Будет заниматься. Фармить ящики. Расчехлять карточки на... Ну, без на этого коробке. Никак. Я думаю, мы можем с потасовки и начать. До второго я рация метелица, вообще нормально. Ну, Blizzard же, да. Прикольно. А, это такая будет потасовка? А, я думал, там что-нибудь типа как-то праздновать. Не, написано «Битва на снежках». Что это? Зимний контейнер. Что, куда нажимать? Весело, так себе, трейсер норм. У меня выпал сразу же, знаете что, снежок. Легендарных 500 валют. Просто в лицо тебе кинули, да? Просто в лицо легендарные 500 валют. О, значок еще дали. Я не могу понять, поставим зимний значок. Кто в центре-то? Давайте. Ну, Люсио, Мэй, Торбьонт и это. А, это Таблерон, да? Такой непонятный. И трейсер. Ящик. И ничего не выпало. О, ставь зимнюю снежинку. Все быстро. Нормально. Так. Потасовка, говорите? Да. А где? В аркаде? Операция не телится что-то. Мне кажется, сейчас будет вообще одище какой-то. Нормально. На самом деле такой скин был у скаута. Еще когда бежал, брынчал. Ну, то есть такая же идея, что эльф. Хотя, конечно, качество и небо, и земля. Прикольно. Так. Сейчас еще не найдем никак. Надо пока скины попалить. Потому что никого нет. Прикольно это. Слева от Мэй летает этот. С бантом. Вот, прибываем на экостанцию Антарктика. Это еще и на Антарктике будет происходить. Да, тут сейчас будет еще и. Внимание! Вас избрали среди сильнейших и опаснейших бойцов со всего. Да вы издеваетесь. Отлично. Издевайте, считайте патроны и убейте. Так, смотри, снеговик. А здесь, как кидать-то, я не понял, снежки. На левую кнопку. На левую. Так, у меня кончились снежки. А где их брать-то снежки? А, вот, наверное, в этой луже. Правую кнопку перезаряд. Какой хорошенький. Что? Офигеть, они ваншотуют. В голову. Так, что-то вот такие слышки. Это их задержит. А, тут еще и этот. Элиминейшн. Как вы это делаете? Правой клавишей на сугробе, где снежинки нарисованы. А, да. Высасываешь снег и кидаешь на него. Какое-то месиво. Да. Чё, один, да, о, а вы сейчас живы? Прикольно. Я вообще не понимаю, где вы чё берете. Ну, видишь сугробы, на них снежинки нарисованы. Я видел один. Как-то. Ну вот, подходишь к нему, проклаешь и высасываешься. Осталось три противника. Вас осталось двое, оживите. Ну. О, все правильно. Оба спина будет. Теперь все зависит от тебя, рядовой снежок. Я рядовой снежок.
Сейчас Вова всех разнесет. Навыки контры будут не зря. Нет. Иди там, в сторону. Я просто не ожидал, что они ваншоты. Я трех убил вообще-то за раунд. Считайте патроны и удачи. 5, 4, 3, 2, 1. У меня одного отстойный грабит. Все, я понял. Понял. Ой, они еще по навесной летают. Что-то все сугробы закончились. Как я включаюсь. Есть внутри один стоит, в домике влево. Блин, я пытаюсь стрелять как сосулька. Забираешь его? Даже буря накопилась. Осталось три противника. Куда ее кину? Она у тебя на голове. А что она делает? Наверное, бесконечные снежки не знаю. Что там? Ульта? Осталось два противника. Собираюсь. Ну, один в него. Да, остался всего один враг. В доме. Ну, кстати, неплохо. Кстати, вначале есть один снежок, его просто потратил. Да. Можно кидануть его вверх и собрать. Готовьтесь к метели. А, дает бесконечно запас снежков. Никого не убил. Я всем покажу. Офигеть. Я убил одного человека. Я не могу, я слишком много мэй играю. Чтобы привыкнуть к этому тему. Офигеть, они два снежка срали и не попали в последнего чувака. Ты попала ведь? Летим. Остался один погиб. Мне бы побольше снега. Он чувака знатно бомбит. Хватит прятаться. Вот ведь. Убегай. Посмотрим, как вы с этим справитесь. Все. Открываю местоположение цели. Потратил? Да, потратил. Лепим. Да, что ж ты будешь делать? Сейчас будет дров вообще. Теперь я всем покажу. Это их задержит. У кого высота, тут и победим. Мне нужен снежок. Снежок готов. Мораль тут надо доживать до конца, и в конце там увесит. Смотрите, как я могу. О, музыка пошла. Все, сейчас будет нормально. Теперь я всем покажу. Чувак, как так? Почему? Пять, четыре, три, два, один, ледяную стену!
кто это сделал? Посмотрим, как вы с этим справитесь. Готовьтесь к метели. А чё даёт метель? Устанавливаю стену. Конечно, всё-таки. Вот ведь. Лепим, лепим, готовьтесь к метели. Осталось три противника. Я чувака сюда убил зато. Ледяная стена размещена. Осталось два противника. Остался всего один противник. Найди. Сейчас он вас всех разнесет две безумные. Сюда камушек положу. Одна из фраз, а сюда камушек положу. Посмотрим, как вы с этим справитесь. Задержать. Так держать. Не поймаешь. Так нечестно. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Я знаю, ты где-то здесь. Ты не пройдешь. У, какой хороший день. Чем же можно далеко воздух? Какой хороший день. Да, они меня зажали втроем. Они просто разносят. Вас осталось двое. Покажите им что-нибудь. Готовьтесь к метели. Вот так. Я прикрашу им путь. А? Кстати, я могу тебе помогать следить за твоей спиной. Сзади пока никого. Теперь все зависит от тебя. Отличная. Сколько раундов? А, ну, для трех, насколько я помню, все мы проиграли. Миссия провалена. У вас же тоже голос солдат. Угу. Лучший момент матча. И че дальше? И чуваки ливнули. Ну и правильно. А видите, появилось сохранить команду справа. Я очень надеюсь, что это будет работать в этом компетитиве. Когда найдем крутую команду. Че, еще раз? Ну блин, надо победить. Давай попробуем. Там ящик лежит. Тогда да, тогда давайте страдать. После этой потасовки компетитив легким покажется. Там еще за зимнюю тайну какую-то еще, видимо, потасовка. Интересно. Дают ящик. Какие еще карты? Еще карты? Ну, вроде как Дорадо, судя по приглашению. Видимо. Ну, посмотрим еще. Прибываем на электростанцию Антарктика. И посмотрим, что там за зимняя тайна за ящичек. Внимание! Вас избрали среди сильнейших и опаснейших бойцов со всего... Да вы издеваетесь. Не зевайте, считайте патроны и удачи. Смотрите, как это работает. Пять, четыре, три, два... Моя суперспособность еще заряжается. Моя суперспособность еще заряжается. Сейчас чуваки вбегают и умирают. Моя суперспособность еще заряжается. Ну почти же.
какой хороший вид. Да блин, все сугробы забрали. О, как так? Да мы друг друга убили. О, да, лечим. Ну что? Я очень далеко застрелился. Ух ты, северное сияние. Офигеть. Посмотрите на меня. Не отвлекай. Не отвлекай. Я не знаю, где вы, я не могу. А, на пробел могу смотреть. Вверху ничего нет, ничего в северном сиянии. Внизу, Валер, слева. Внизу. По центру он. Еще одна по центру. Я сейчас их обойду. А! Вообще нормально. Что ты видел, да? Сияние я не вижу. А, вижу, да. Чёрт! Ух ты, тут чувак со скином бегает уже. Я тебя найду. Остался всего один противник. Найди и нейтрализовать. Где он? Где он сидит? Я со всех смотрю. Со всех сторон? Ну, сейчас скоро его покажут. Слева. Вижу. Открываю местоположение цели. Сейчас. Ой, много тут. Да я видел, кстати, ты понял. Два. Один. Прямо. Опять друг друга убили. Там слишком крутой чел? Нет, мы просто одновременно нажали, а снежки. Какой удар вообще просто происходит. Чувак бежит один за ним, прям в упор ему. Я не знаю, просто бежит за ним секунду, три в упор. И такой, быстро. Где чуваки? Чай. А, по центру где-то. А ну выходи. Чёрт. Осталось два противника. Теперь я всем это их задержит. Надо наверх подниматься. Я знаю, ты где-то здесь. I will find you. Ну, 2 на 2 остались. Да, он лучше. Теперь я всем покажу. Соберись, боец. Да, он всего пошел, один враг. Побежал. Готовьтесь к метели. Нормально. У меня еще ульта есть. Ну, ульту, это когда стреляешь снежок, делаешь ульту, у тебя сразу снежка 3 можно выстрелить. 2, 1, 3. Я почему-то дохну первый и размениваюсь с чуваками. Ну против физики не попрешь. Какой хороший. Осталось 3 противника. Да я вижу, но у меня снежков нету. Где он, наверху? Я знаю, ты где-то здесь. Увижу его. Черт. Сночилочку да, вы заработали. С нылами телится. Сейчас подниму, посмотрим, что за вторая потасовочка. Момент, о! Нормально.
Интенсивненько. Нормально. Ну, это стратегия. Меткость. Спасибо, но вы тоже молодцы.